И мы вступили в фазу острейшего противоборства с агрессивным блоком в составе Соединенных Штатов, Евросоюза и Североатлантического альянса. Задача поставлена громогласно и открыто – победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно говоря, и любую другую страну, в качестве которой претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять. Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите «семерки», и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики.